Друзья, всем привет! Случилась у меня беда в этом аквариуме. Как вы помните, это аквариум на 30 литров, прямоугольный. В общем, жили здесь у меня Семёна Гарнета. Было их здесь три штуки. В последнее время они здесь жили. Было их больше здесь, конечно. И, в общем, сын у меня решил покормить рыбок. Вот такой баночкой у меня корм. И насыпал лишнего, решил вот так вот накормить. Пришел я вечером с работы, здесь было очень много корма, здесь под фильтром, но он уже начал распространяться по всему аквариуму. Рыбки, к сожалению, погибли, но я отсифонил, подменил воды быстренько. Ну, вроде как вода не испортилась. Посмотрим. Так что посоветуйте, кого сюда мне еще поселить. Всем спасибо за внимание.